Кто такой Джиперс Криперс? Это демон, который каждую 23-ю весну выходит на охоту, чтобы поживиться человечно и набраться сил. А поглощенные им конечности жертв заменят его собственные. Криперса невозможно уничтожить. Любую поврежденную часть тела он с легкостью замещает новой, сажав необходимый орган жертвы. Нечеловеческая сила, острые как лезвие зубы и абсолютное обоняние делают фатальный исход любой встречи с монстром практически неизбежным.